Привет, ребята. Сейчас пришел к соседу, сейчас мы будем заливать фундамент ему. Вот, посмотрите, как он сделал. Сейчас я вот... Видите, вот эта арматура, вот она вот закрепленная. То есть мы сейчас можем сразу заливать. Ну, вот эту третью вообще не обязательно, так как она не работает. То есть нижнюю и верхнюю, по идее, надо делать, да? Вот смотрите, как грамотно. То есть он просто просверлил. То есть опалубку просверлил, арматуру положил. И получается, закрепил саморезом, ну, чтобы она вообще никуда не ходила. Вот так вот тут сделано. Сейчас мы будем заливать. Вот она. Вот просверлено. И все вот. И сразу же, то есть получается, при заливке уже она никуда уже не упадет, вниз не упадет, все уже закреплено. Ну, вот такие вот дела. Вот. Сейчас показываю. А вот эта палка, это вот это внутреннее будет как ноль сделано, заливка. Ну ладно, ребята, кому понравилось, ставим лайк.